Российский боксер Федор Чудинов рассказал о тренировочном сборе в лагере Абеля Санчеса. Да, уже приступил к подготовке в его тренировочном лагере к предстоящему в июле поединку. «Я поехал готовиться и набираться профессионального опыта к лучшему тренеру в мире Абелю Санчесу, работать рядом с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым в дружеской атмосфере. Во время моего последнего боя в Сочи мы пообщались с Абелем и договорились о моей поездке к нему в тренировочный лагерь. Конечно, буду очень скучать по родине. Но это просто необходимый опыт», — приводит слова Чудинова пресс-служба Федерации бокса России. «Хочется, прежде всего, стать лучше. А там уже как работа пойдет. Но мы с Санчесом похожи, и я буду надеяться, что мы сработаемся. Буду стараться выполнять все его установки. Хочется возвращаться на прежние позиции, да, у меня получилось очень быстро подняться по рейтингу в прошлом. Но чем выше находишься, тем больнее падать. Теперь все делаем по уму. Потихоньку поднимаемся в рейтинге, никто не торопит события. Были ли эти три последних боя после двух поражений полезны для вас в плане опыта? Это были промежуточные бои, можно сказать, реабилитация. Последнее поражение было от Джорджа Гроувза, я плохо подготовился и неправильно подошел к этому бою. Ведь для меня он был проходным соперником, и получилось то, что получилось. Буду учиться на своих ошибках, было бы интересно встретиться с ним еще раз. Но только после хорошей, серьезной подготовки. Какие у вас планы на будущее, будет видно, на что я способен. Санчес меня оценит и вынесет вердикт. То есть этот сбор определит ваш путь, путь мы сами себе выбираем. Мне дадут совет, но решать я буду сам, как боксировать мне дальше и на каком уровне. А если говорить о желаниях, мне нравится заниматься боксом, нравится философия вида спорта. Честно говоря, больше всего хочется подольше оставаться в боксе, в идеале объединить все титулы хотя бы в одной весовой категории.